Как говорят сами донбассяне, Донбасс никто не ставил на колени. Донбассяне? В эфире утренний выпуск новостей Новороссии. С вами в студии Екатерина Павленко. Здравствуйте. 34 немецких танка «Леопард-2» приехали в Украину через Польшу. Жителям Западной Украины удалось снять на камеру колонну немецких танков. Она двигалась по окружной дороге города Львов. От польско-украинской границы немецкие «Леопарды» взяли курс на восток. Прилетели уж, наверное. Страна наша как пылесос втягивала в себя представителей различных этносов, наций, национальностей. И, кстати говоря, на этой основе создан не только наш общий культурный код, но и исключительно мощный генетический код, потому что за все эти столетия, даже тысячелетия происходил обмен генами. Это же вот эти смешанные браки. И именно этот наш генный код, он, наверное, может быть, почти наверняка, является одним из главных наших конкурентных преимуществ в сегодняшнем мире. Он очень гибкий, он очень устойчивый. И мы даже этого не чувствуем, но это наверняка есть. Видишь суслика? Нет. И я не вижу, а он есть. Спикер парламента Новороссии Олег Царев отвечает на вопросы журналистов. У нас есть возможность увидеть пресс-конференцию в прямом эфире. Эти земли были присоединены к Российской империи в то время, когда республика, тогда когда-то была царская Россия. Хиркин, Безлер и броня! Мы не гоним порожняк! По этой причине конкурсная комиссия остановилась на варианте, который связан с флагом Русской империи. За все время у Русской империи было всего несколько флагов. У Надежды Константиновны Крупской были длинные волосы, поэтому волосы я отращиваю для того, чтобы не умереть раньше времени. И бело-сине-красный, бело-желто-черный – это были флаги династии Романовых. Потом у нас был Сталин. У меня сталинский характер, поэтому меня боги Аллахи выбрали и мной постоянно занимались. Флаг бело-сине-красный уже является флагом России. И по этой причине конкурсная комиссия предложила для официального флага флаг черный, золотой, белый в качестве официального флага Новороссии. В качестве официального флага Новороссии. Ты что несешь? Надо понимать, что сегодня погибают ополченцы под другим флагом. И он вышит на форме ополченцев, используется. И с этим флагом люди идут на бой. Это флаг, красный флаг с синим Андреевским крестом на белом фоне. С вами все в порядке? Какой-то бред! Мы вступили в бой под знаменами славянских народов, под знаменами Великой России, под знаменами Новороссии. ДНР! ИЛНР! Говорю, народный мэр! По этой причине, для того, чтобы, поскольку выходило два варианта на конкурс, на самом деле решающим аргументом для членов комиссии было то, что черно-желтая полоса это является частью Георгиевской ленты. Георгиевская лента является отличительным знаком для наших ополченцев и для всех тех людей, которые поддерживают наше движение, наше государство. Бла-бла-бла-бла. Флаг вам в руки, боритесь. Флаг, знамя для вооруженных сил выбиралось по принципу это красное знамя как для как было в знаме Советского Союза, и Андреевский крест. Андреевский крест это был Андреевский крест, это крест, наклонный крест.
И официальный флаг Новороссии, имперский флаг, черный внизу это цвет угля, шахтеров, земли. Действительно, решение конкурсной комиссии было очень непростым. Все. Лидер общественно-политического движения «Новороссия» Павел Губарев рассказал о последних событиях в Новороссии и своей роли в них. Have no right of claiming that they are doing in the name of peace. Что происходит? И ответил на вопросы радиослушателей. Кто может остановить войну? Олигархи, которые против войны, могут? Ну, как войну... показывают события, ну, наверное, приостановить могут точно. Дальше. Путин может остановить войну? А при чем тут Путин? Нет, я просто спрашиваю. Он ведь не является сторонником конфликта. Вот он третья сторона в этом конфликте. Мы Россия. Мы не можем говорить о каких-то условиях прекращения огня, о возможных договоренностях между Киевом, Донецком и Луганском. Это не наше дело, это внутреннее дело самой Украины. Сюда нужно смотреть и слушать, что я говорю. Неинтересно, значит, пожалуйста. На нашей стороне играет настоящий мастер геополитических шахмат, который все планирует на много лет вперед. Обама? Может, да, остановить войну? Да, может быть, Обама. Ну, Обама — это обобщенный образ вот тех финансовых кругов, которые всегда были источником власти в США, которые создали вот эту вот финансовую пирамиду под названием Pax Americana, которая сегодня правит бал в мире. Или вот, например, последние годы стал очень популярным каннибализм. Да, это же окно Авертона. Да. Это же вот сейчас Швеция победил этот гамбургер со вкусом человеческого мяса. Вы понимаете, это идет туда же все в тему золотого миллиарда, что оставить как бы, сократить людей. Это не должно так быть. Нужно с этим что-то делать и что-то решать. Надо что-то решать и людей не заводить в блуждение, что люди не понимали, кто с кем воюет конкретно.